Добрый день. В эфире специальный выпуск новостей Нахимовского военно-морского училища. С вами я, Наумов Максим. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Савва Савастьянов стал королем Артуром. Второе заседание клуба рыцарей круглого стола. Презентация литературных новинок в библиотеке. Новый выпуск журнала «Нахимовец». Минута юмора. Библиотечная азбука «Нахимовец». На очередном заседании рыцарей круглого стола прошло посвящение нахимовцев в рыцаре. Для этого ребята проходили испытания. Сам начитанным нахимовцем оказался Савва Савастьянов. Он и получил право возглавить книжный клуб рыцарей круглого стола и был назван королем Артуром. Савва, ты участвовал в первом заседании книжного клуба рыцарей круглого стола. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям об этом клубе. Книжный клуб «Рыцарей круглого стола» был создан библиотекой Нахимовского училища в этом учебном году для тех нахимовцев, которые любят читать. А теперь немножко о названии клуба. За основу взята сюжетная линия о рыцарстве и короле Артуре. Участники должны обладать такими же качествами, как и рыцари древнего ордена. Быть смелыми, порядочными, честными и вежливыми. Подробнее обо всем вы узнаете, если самостоятельно придете в наш клуб. Как тебе удалось победить и стать королем Артуром? Что ты для этого сделал? Я сумел победить в турнире благодаря тому, что я много читал о короле Артуре, смотрел фильмы о нем и много слышал истории о нем. Какие планы у тебя связаны с книжным клубом рыцарей? Мои планы следующие. Во-первых, соответствовать тому высокому званию, которое я получил, а также следить за деятельностью клуба, библиотечными новинками и читать их. С вами был Егор Нестоцкий. Мне удалось побывать на заседании рыцарей клуба «Круглого стола», который проходил в библиотеке Нахимовского училища. На нем участникам этого клуба рассказывалось о истории геральдики, что означает герб, девиз и эмблема. Участники рисовали герб для клуба. Лучшие работы были отобраны, и их авторы получили полезные призы. 10 февраля в библиотеке состоялась презентация новинок литературы. Были представлены энциклопедии из серии «Самые красивые и знаменитые». Увлекательный рассказ библиотекаря сопровождался красочными слайдами о прекрасных русских городах и музеях, хранителях старины и заповедных местах России. Затаив дыхание, нахимовцы слушали про исчезнувший мир динозавров, морских и летающих ящеров, обитателях морей и океанов. Мы узнали о жизни маленьких существ, похожих на песчинки, и о самых огромных жителях планеты, китах и гигантских водорослях. О тех, кто всего раз в жизни выходит в море, и о тех, кто никогда не поднимается из черной бездны. Серия книг «Самые красивые и знаменитые» — это и книги для чтения, и великолепные справочники, содержащие ответы на любые вопросы, и фотоальбомы с красочными фотографиями. С вами был Владимир Сысуев. Редакция журнала «Нахимовец» готова представить вам лучший выпуск в этом году. На этот раз действительно есть на что обратить внимание. Выпуск мы посвятили году литературы. В рубрике «Кино. Солнечный удар» Никиты Михалкова. «Солнечный удар» – настоящий прорыв в российской кинематографе. И, пожалуй, лучший фильм Никиты Михалкова. Данную картину обязательно нужно посмотреть каждому человеку, любящему свою родину. Фильм пронизан любовью и горем за былое величие российской державы, которая была разрушена, отбросив страну на десятки лет назад. Массовые расправы, раскулачивание, экономический и культурный упадок, промышленная осталась. Вот что с реформами досталось стране в наследие от революции. И во время всего фильма вы чувствуете эту боль и разделяете ее с главным героем, который никак не может понять, когда все это началось, почему и зачем. Рубрика «Геральдика» рассказывает нам о новом знаке Нахимовского училища за заслуги. Обзор, посвященный первой роте. Как отмечает автор статьи Максим Тепляков, первая рота – гордость флота. И, конечно, всех порадует новая рубрика «Увольнение». Куда пойти в увольнение? Такой вопрос задает себе каждый нахимовец. Для нахимовцев и всех тех, кто любит наш город, мы предлагаем читателям новую рубрику «Увольнение». Данную статью вы можете прочесть в новом выпуске журнала «Нахимовец». Надеюсь, что вы сможете оценить этот выпуск по заслугам. С вами был Виктор Плотников. А какие у вас возникают ассоциации, когда вы идете в библиотеку? Например, книга, чтение или литература? О чем думают нахимовцы, сидя за библиотечным столом? Об этом мы спросили участников студии журналистики «Андреевцев». В эфире библиотечная азбука. А. Азбука. Б. Борщ. В. Выставка. Г. Гоголь.
Д. Достоевский. Е. Емеля. Ё. Ёлка должна быть зеленая. Ж. Жизнь. З. Знание. И. Искусство. И краткое. Йог. К. Критика. Л. Литература. М. Мир. Море. Н. Нахимовец. О. Опера. П. Путин. Р. Русский балет. С. Супер Витя. Т. Телефон. Алло, это Игорь. У. Умберто Эко. Ф. Флоренция. Х. Хольд. С. Цитрусовые. Ч. Чехов. Ш. Шматко. Щ. Командир счастливой щуки. Твердый знак. Идиот. И. Мы. Мягкий знак. Лень. Э. Этикет. Ю. Ютуб. Я. Россия!